Всем привет! Значит, продолжая тему активированного угля, я еще забыл кое-что сказать. Я против, в принципе, против алкоголя. Ну, бывает редко, там, день рождения у близких, там, Новый год, чуть-чуть можно. Но я советую, перед вот такими вот мероприятиями, выпивайте активированный уголь. Это сократит, как говорится, уменьшит, минимизирует нагрузку на ваш организм, на почки, печень, сердце, желудок. Ну, вы поняли, не будет так пьянеть. Вот. В общем, я рекомендую, это очень, очень хорошо. Я так делал много раз, вот. И, в принципе, если пьете немного, то, в принципе, как будто бы и не пили. Кроме того, запах убирает уже. Вот, так что хорошая штука во всех отношениях. Вот. Я часто принимаю ранним-ранним утром, до завтрака, где-то в районе там. Ну вот если я в 5 утра вдруг встану случайно, я могу выпить там 2-3 штучки для профилактики. Вот. Не каждый день, это делать не надо, так время от времени. Я вам советую. Вот. Просто делюсь личным опытом. Я не советую, я делюсь личным опытом. Кстати, еще забыл сказать. Значит, я заказываю компанию Swanson. Мне когда-то порекомендовал один американский доктор хороший. Эта компания, как говорится, качественная. Она проверенная. Она себя хорошо зарекомендовала. Вот. И у них очень хорошие цены. Очень хорошие цены у них. Вот. Если заказывать на сумму в районе там, $50, доставка бесплатная. Вот я заказываю в основном только эту компанию. Я не только активированный уголь заказываю, я заказываю другие вещи, о которых я буду говорить время от времени, делиться с вами своим опытом. Вот. Но это должно быть в каждом доме. Это должно быть в каждом доме, на всякий случай. Что-то не то съели, какая-то тяжесть, там газы, шмазы. Выпиваете активированный уголь, и все нормально. Я вас обнимаю.